вот еще немножко всех этих выбросов с моря. Эти мужик проволоку нашел, несет. Ну еще раз хочу в другую сторону, уже в сторону Анапы пройтись и вот показать вам пляж, как выглядит. Что выбросило море нам после шторма. Видите, какую трубу. А еще немножко по берегу пройдусь, покажу. Кстати, весь берег усыпан. Птицы там кормятся, летают, то, что выбросило море. Море бушует. Но, видимо, волны были вообще приличные здесь. Видите, аж куда она выбрасывала, вон впереди что творится. Молча показываю. Это что-то. Представляете, что в море находится? Это целая свалка. И конца и края этой свалки нет. Он начинает накрапывать дождик. Дальше я уже не пойду, пойду уже обратно. Вот здесь еще чуть-чуть покажу. Но это просто такого я давно не видел. Представляете, сколько чистить надо? Ну все, друзья, дождь показал вам, что море натворило делов каких. Всем пока-пока, чао. Ждем. Welcome to Vitezio Village.